Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет, дамы и господа. Сегодня на распаковку попал ко мне, значит, такой телефончик. Nokia 3070. То есть 7230. Пришел он, значит, такой коробочке. Не знаю, оригинальный, фирменный или нет. С этим телефоном я не сталкивался. Ребята, значит, прислали еще такой, типа, что это commercial invoice. Такую штучку еще положил. Ерунда, как говорится, для таможни. Не показывает. Сейчас мы покупаем, мы глянем, что там у нас внутри. Это сам телефончик. И подклады всякие, наушники Nokia. Разъем 3,5 мм. И зарядка USB-ка. И еще мана. Телефончика, ну-ка посмотрим. Ну что так выглядит, слышь, клево. Симпотный, мягко ходит так. Прикольный аппаратик. Отдельная кнопка на камеру. Сейчас включу, посмотрим, что там. Так, еще не включается. Смотрим, что у нас там. Ага, батарейку заклеили. Сейчас мы туда посмотрим, что здесь у нас. Батарейка. Батарейка обычная на 860 мА. Ага, инфа по телефону, сейчас покажу вам. Значит, вот инфа по телефону. Made in Finland. Мы все дела. Так, слот под SD-шку. И под сим-карту. Так, сейчас ставлю батареечку. Так, все защелкнулось. Включаем телефончик. Так, батарея. Батарея заряжена. Сейчас может еще не включиться. Так, 15. И еще все звук качественный. Прикольный экранчик, яркий такой. Удивлен. Экран неплохой. Так, сейчас мы выставим русский язык, посмотрим, есть он тут или нет. Он должен быть. Wallpaper, home screen, location, никто. Нужно настройки телефона, language setting, home language. И, да, русский есть. Так, хорошо, сейчас мы еще в телефоне проверим инфу. Звездочки, решетка 4.0. Решетка, ага, вот у нас. Папа телефона прошли ПРМ-64, 2011 года телефончик. 8.7230. А, ПРМ-598. Ну, такой вот телефончик, ну, что, неплохой, в принципе, такой хороший. Единственное, что вспышки у него нет, а так, да, громкий, яркий экранчик. Слайдер.
Неплохой телефон. Так, даже цвета моего канала есть. Они такие фиолетенькие. Клево. Ну что, всем пока. Кому понравилось видео, кто увидел телефончик, если кто хотел заказывать, допустим, такой, посмотрел качество там, да, и так далее, то ставим лайки, подписываемся на мой канал. Это здесь был канал Gadget X. Меня зовут Сергей, всем спасибо, до свидания. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.